Вадим, да. Чем связано, что сегодня разгромный счет для четвертого матча? Это вообще не часто. Не знаю, игра была в принципе равная, и просто мы забили сегодня там 5-4 и удачный момент реализовали, а так в принципе до последних секунд игра была равная. Очень жестко, вот много стыков, травм. В принципе, стыки в каждой игре, и команда жесткая, Динамо в принципе никогда не прокатывается, жестко играет. Мы стараемся тоже бить соперника. Вы можете объяснить, что принципиально изменилось по сравнению с тем грандом чемпионатом, где были 4 поражения? Сейчас у вас очень уверенно идет серия. Да, я не знаю, это плей-офф, в принципе, тут выходит на каждую игру и бьешься. Уже забыли этот матч? Да. Как сыграли? Не помню. Спасибо.